Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Пуни халларыгыз бар, әйбәт кенә килеп җиттегезме? Субханаллах, журналистлар юбилейбез син килде, блогерлар. Бу безнең өчен бик мөһим очрашу, Казан өчен, чөнки дөнья яңа трансформацияга күчә. Без виртуаль дөньяга күчәбез. Һәм безнең өчен күпләп кешеләр бар. Аллаһка шөкер, алар Мәскәүдә төшерсенәнә. Әнә ул утыра. Яш татар яшьләре штабы җитәкчесе хөрмәтле Тахир әфәнде сүзгә бирәбез әйле бисмиллаһ. Дорогие друзья, еще раз всем привет. Меня зовут Мухаммадинов Тахир. Я лидер движения «Штаб татарской молодежи». Мы базируемся в городе Москве. Наша основная задача – это поддержка татарских традиций, языка и культуры. Сегодня мы здесь собрались не просто так. Мы сейчас являемся блогерами. И наша задача – создать мост между блогерами Москвы, между нами, и между татарскими блогерами. Сегодня наша задача была собрать как можно больше самых известных, популярных блогеров. И, как я вижу, нам это удалось. Мы с вами должны познакомиться между собой, открыть диалог, чтобы в любой момент мы могли обменяться с вами мнением, что-то обсудить и так далее. Во-первых, хочу поблагодарить и поприветствовать организатора лучших молодежных мероприятий города Казани и Татарстана в целом, Шарапова Рамиля. Пожалуйста. Спасибо, спасибо большое. Итак, здесь еще среди нас находится самый популярный пранкер Республики Татарстан Талиб. Талиб. Давайте поаплодируем ему, что пришел. Сегодня мы с вами познакомимся, выпьем чаю, пообщаемся. И я хотел бы сейчас сказать немного о штабе татарской молодежи. Мы сделали прорыв. Наши видео на YouTube сейчас набирают по 10 тысяч просмотров за сутки. Наши подписчики стремительно растут. Наша задача, чтобы молодежь с юных лет начинала интересоваться татарской культурой, чтобы татары говорили на татарском языке. Вот я лично сам очень плохо говорю на татарском, поэтому сейчас не говорю на нем. Но я работаю над этим. Я занимаюсь курсом татарского языка, я его изучаю. Мы хотели бы, чтобы такие встречи блогеров проходили чаще, чтобы мы могли обмениваться каким-то опытом. Можно передать слово нашему ведущему, лучшему ведущему, которого только можно представить, это Камиль. Камиль, тебе слово.